Здрасте! Лица девочкам покрасьте! Плохо. Только не моим, потому что моим уже покрасили. Знаете кто? Школа макияжа Юлии Громовой и визажист Марина Янкив. Спасибо. Еще благодарим магазин индивидуальных подарков Art Gifts. Знаете, вот у нас такая команда, вот некому даже ни полку прикрутить, ни лампочку вкрутить. Что значит некому? А как же Дмитрий Голубов? Что Дмитрий Голубов? Все Дмитрий Голубов! Все? Все! Олег Ваяш! Встречайте! Все люди в зале улыбаются, наверное, людям кто-то нравится. Наверное, это я. Наверное, это я. Наверное, это я. Наверное, это я. Да нет, ты точно не. Привет, Одесса! Ой, девчонки, не переживайте, мы тут на ваших парней вообще не претендуем. Конечно, не претендуем. Зачем покупать нарезной батон, когда дома уже лежит социальный хлебушек? Когда я до себя дотронулся. Привет, Улькин, Одесулькин! А что ты вышел? Смотрел детектив Кулагин? Ну да. Ну так должна быть умнее. Короче, девчонки. Иди отсюда! О-о-о! Женщина! Ой, говорю, женщина! Женщина! Смотрю на вас, и только один вопросик. А кто сейчас на кассе в АТБ остался? Нам нужно время, чтобы узнать друг друга получше. Шо, молодежь? Люблю оверсайз! Номера. Ура! Номера! Дочь, которая не умеет сообщать важные новости. Мам, привет! Из меня скоро вывалится человек. Хорошо, только оденься тепло, тебе еще рожать. Шо-шо? Каждый, кто родился до 2000-х, в начальных классах прошел через эти страдания и до сих пор не понял, зачем. Актовый зал – непонятный мужик. Вполне себе понятный. Здравствуй, ребенок, садись. Начинаем праздничную фотосессию в красивых костюмах. Так, для начала смотри, ручку под подбородок. О, красиво, как да-да-да. А теперь головку нагни, чуть естественней. Естественней. О, вот как ты за компьютером сидишь, вот так, да. Ага. А теперь улыбочку, чуть шире, шире. Добавь звериный оскал лисички, которая чувствует еще теплую тушку зайчика, да. Ага, теперь ножку натуральненько. Чуть повыше, ну натуральнее, ну еще чуть повыше. Ну давай, подними чуть-чуть, да. Идем, о. Васенька, идем. О, помню тебя тоже. Виктор Петрович, вы почему всех детей фотографируете в костюмах мушкетеров, а Васеньку нет? Потому что он дерется трусливо, как шавка кардинала. Нормально я дерусь? Шел вон с королевского двора! Я просто добиваюсь максимальной реалистичности. Я профессионал. Вы зонте, когда нашему заучу? Ты и Брэд Питт. Он обнимает тебя своей Брэд Питтной рукой, прижимает к себе на фоне Ниагарского водопада. Это невозможно. И я размещаю эту фотографию в выпускном альбоме на страничке с учителями. Только?
Нет, 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 не выше фотографии директора. Я же профессионал, я же в жилеточке. Ну что же вы, Мария? Олег Вояж, команда настоящих подруг. Женской дружбы в мире нет. Это кто-то сказал. Ой, подождите, можно секунду? Стоп, стоп, Вик, прости, пожалуйста. Сейчас просто такой момент. Я бы очень хотела подарить подарок одному человеку в жюри, который мне очень нравится. Можно? Спасибо, давайте. Женской дружбы в мире нет. Это вам. Спасибо вам большое за ваше творчество. Это кто-то сказал. Вика, стоп, подожди. А что, так можно было? Купить букет за командные деньги и просто от себя подарить его Дантесу? А что такое? Ну ок. Тогда я тоже хочу сделать подарок своему кумиру Игорю Ласточкину. Вика, давай. Женской дружбы в мире нет. Это Игорь, кто-то это вам. Сказал, ему дадим красивый ответ. Ты нормальная вообще? Ты будешь, может, тут шутки шутить или будешь мужикам всем подкатывать? А ничего, что ты у всех все забираешь? Слова у меня все забираешь! Букет у Игоря забрала! Мы словно будто бы семья. Мы сильно дружим. Без грязи, фальши и я дико извиняюсь. Аквапарк будет еще продолжаться? А ты прям Руслана Лыжичка. В ее лучшие год. Знаете, на самом деле настоящие подружки всегда найдут выход из любой ситуации. Вова, это вам. Игорь, это вам. Команда Олег Вояж. Тём, Тём. Бум-бум! Все в порядке там? Нормально? Олег Вояж.